хорошо, хорошо, хорошо. Я вот понимаю, что вот не зря обнял. Вот. Тебя не зря обнял, тебя зря обнял, получается. Потому что вот суховато получается. Вот эмоционально вы друг другу не в этой песне не подходили, да, не совпадали, да. Ты была такая холодная, как будто ты не про маму пела, а ты пела про работу. А вот она, Ваня, мне как раз больше понравилась, чем другая. Может быть, в вокальном плане. Вокально, да. Да, а ты пела, вот ты пела про работу, ты пела про маму, а ты про работу. Ты вот работаешь, ты устала, вот это работа, я работа, а ты про маму поешь. Вот и в то время, когда ты поешь про маму, ты поешь про работу, понимаешь? Понимаю. И вот это вот, понимаешь, ты про работу, она про маму, про маму, про работу, вот. Мама вот работает. А мы же, а как же, а что же, а как же, а как же быть, когда ты про работу, она про маму? Окей, что делать тогда? Ты или про маму пой, или вдвоем про работу пой, или вдвоем про маму пой. Про дяди пела, а не про маму. Так вот именно. Они просто не знают, о чем песня, скажи. Угу. Вот вообще. Дівчата, у мене немає до вас майже ніяких питань, принаймні станом на сьогоднішній кастинг. Ви готові бути в тренувальному таборі. Це моя думка. Спасибо, спасибо. Я дуже хочу поблагодарити X-фактору за важнейший фактор в моей жизни, потому что если бы не мое пребывание здесь, я не услышала бы таких песней, украинских песней, как «Мама». Это хорошо. Я не могу сказать, что я в диком восторге от вашего выступления, хотя оно было добротным, безусловно. Но я скажу вам «да». Спасибо. Спасибо. Я скажу так. Спасибо. Ты поняла, да? Да. Я говорю «да». Мама, мама. Спасибо. У вас 4 «да». Спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо. До встречи. До свидания. Браво. Ну, девчонки, ну, девчонки, ну, вот это да. Прогресс. Все. 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 Это было здорово. Спасибо. Молодцы. Большое. Умнички, я вас поздравляю. До встречи в лагере. До свидания. Спасибо большое. Действительно, спасибо.